В Шиелийском районе прошел конкурс по поднятию мешков с рисом среди представительниц прекрасной половины. Местный индустриально-аграрный колледж совместно с Домом культуры «Арман» организовали большой наурастой. Праздник отмечали по всем канонам. Вначале собравшиеся посадили деревья. В Шиелийском районе начинают празднование Наурыза с посадки деревьев. Накануне все население райцентра аулов было призвано к участию в работе по озеленению края. На празднике перед Домом культуры «Арман» аксакалы дали бата. Ансамбль бабушек шашу и песнями украсили торжества. Поздравляю всех с праздником Наурыз, мира, стабильности, благополучия, изобилия. Поздравляю Казахстан с Днем Великого Улуса. Главное пожелание – мира и процветания нашей стране. В честь Наурыз Мирама был дан большой концерт. Певцы и танцоры подарили собравшимся хорошее настроение. Состоялась викторина по национальным обычаям и традициям. Огромный интерес вызвали состязания женщин по поднятию мешков с рисом. Наурыз той прошел и в индустриально-аграрном колледже. Здесь были установлены юрты, накрыты дастарханы с наурыз-куже. Студенты катались на Алтыбакане, мерились силами. Театрализованные представления рассказали о казахских обрядах цаукесу, кызузату, келинцеру, беташар, кыску и так далее. Чтобы не забывались наши обычаи и традиции, наш коллектив ежегодно широко празднует Наурыз Мирама. Поздравляем всех с праздником. Желаем счастья каждому дому. Лимар Эргебаева, Елдос Асан, Галымжан Кужаков, Турихан Кужахметов, телеканал Кызылорда.